Мероприятие, посвященное памяти героя России генерал-полковника Геннадия Трошева, прошло сегодня в Доме офицеров. В нем приняли участие представители командования и личного состава 58-й армии, а также друзья, сослуживцы и дочь военного. Документальный фильм о Трошеве и событиях, которые его окружали, показали юнармейцам, суворовцам, журналистам и студентам. Память военного деятеля почтили минутой молчания. В рамках встречи также прошла презентация биографической книги. Ее написал военный корреспондент Геннадий Алехин. Он почти 12 лет находился рядом с легендарной, по словам журналиста, личностью. Мне довелось видеть Геннадия Николаевича в разных ситуациях, когда он командовал 58-й армией, позже, когда он был командующим федеральной группировкой войск на Северном Кавказе, и его бытность командующей войсками СКВО. Именно в этот период на его плечи легли основная тяжесть, груз ответственности.